Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Бабкиной стало плохо прямо на сцене. Российская певица Надежда Бабкина вспомнила о своем восхождении на Олимп. 71-летняя народная артистка России Надежда Бабкина поздравила с днем рождения свою коллегу и подругу, композитора Лору Квинт. По словам артистки, она помогла ей первый раз выступить сольно и поверить в себя. После этого ее жизнь стала совершенно иной. Надежда Бабкина рассказала трогательную историю, которая связывает двух женщин. Однажды она распустила свой ансамбль и возглавила жюри на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Условием для этой работы было сольное выступление артистки. Но в то время Надежда Бабкина еще не обладала таким опытом. Она выступала со своим ансамблем. За два дня до мероприятия Лора Квинт предложила Надежде Бабкиной спеть новую песню «Белым бело в одиночку». Артистка решила рискнуть и согласилась. Тогда за ночь они шили ей платье и достали сапоги-казаки. Но когда Бабкина вышла на сцену, то чуть не лишилась чувств при виде многотысячной аудитории. «В глазах потемнело, зазвенело в ушах», — вспоминает артистка. Сначала она шатающейся походкой еле подошла к микрофону, но потом собралась с силами. Надежда Бабкина смогла преодолеть свой страх и спела живьем. Зрители были в восторге. С того момента жизнь Бабкиной круто изменилась. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.